Слушай, знаешь что, я вот сейчас сделаю еще себе рельсов. Смотри, у меня 26 слитков. А палочек сколько у меня? Три палочки, да? Три палочки. Ну, можно еще палочек сделать. Скажем так. Допустим, вот столько. 12 штук. Вот. И теперь смотри. Палочку кладем, палочку кладем, 4 палочки и давай по 4 комплекта рельсов сделаем. Рельсы нужны. Так, вот как раз 64 рельса. Так, и конечно надо бы нам выплавить маленечко. Так, а где у нас, в каком сундуке? Сейчас мы немножко слитков выплавим. Так, 26, да, я взял. Это много, конечно. Много, давай вот мы сколько их выплавим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, шесть. Давай шесть выплавим. Шесть штук. Это у нас будет энергорельс. Пусть пока плавится. Какой замысел? Замысел в том, чтобы железную дорогу построить. Вот отсюда, чтобы она пошла. Но знаешь что? Теперь я подумал. Чтобы спуск к этой железной дороге сделать прямо из моего этого. Смотри, смотри, сейчас что я сделаю. Во, а он тут продолжается. Какой молодец, смотри. А теперь вот здесь мы попробуем с тобой выйти наверх. Посмотрим, куда мы выходим. Куда вот мы здесь выйдем. Сейчас посмотрим. Это не проблема. Так. Ну, посмотрим, куда мы вкопались. А, вот мы куда вкопались. Ну что ж, по идее, смотри, что можно. Это же не загородка для моей лошади, ведь нет? Вроде нет. По идее, давай тогда мы смотри, что можем сделать. Вообще, как круто сейчас сделаем. Есть у нас вот здесь дорога. Отсюда стартует. Давай мы. Так, у нас там наковальня стоит. Мешает. А рядом с наковальней сундук. Да? Так ведь получается. А, вот здесь есть проход. Вот здесь проход есть. Так. Давай так и сделаем. Здесь кладем землю. Сюда втыкаем лестницу. Сюда тоже втыкаем лестницу. Сюда втыкаем лестницу. Сюда втыкаем лестницу. Может быть, это не самое разумное решение. Но. Так, подожди, давай лопаткой все-таки покопаем. Сейчас лопатки кирдык. Так. Давай еще. Подожди. Так, землю. Так. Это так. И давай вот сюда лесенку. Сюда лесенку. Посмотрим теперь, какая там глубина. Там у нас глубина вот какая. Буримся. А, месторождение. Так. Как раз это месторождение выбираем. Так, сейчас посмотрим, какой здесь уровень. Сейчас глянем, подожди.
думаю, что можно уже здесь будет заворачивать. Не факт, конечно, но... Подожди. Вот у нас лестница так. Мало. Еще надо глубже копать. Так, лопатка, конечно, бы. Ну все, лопатки хана. Есть у меня еще лопатка? А, есть еще лопатка. Хорошо.